Что такое палиндром? Такое? Палиндром. Я не знаю. Палиндром – это слово, которое читается с обоих сторон одинаково. Палиндром, наверное, это что-то из физики, наверное, нет? Могу предположить, что это чем-то связано с каким-нибудь материалом. Палиндром? Так, чего-то много. Палиндром, по-моему, слово, которое и так, и так можно произносить. Но туда и в ту сторону, и обратно. Палиндром? Что у вас слова какие-то все не такие? Палиндром. Может, с чем-то, с дромом каким-то связано, какой-нибудь, типа... Или аэро, типа с дромом, какой-нибудь площадка какая-нибудь. Давай отталкиваемся от созвучного. Поле. Аэродром. Нет, подожди, поле – это что-то много. Поле много. А много. Полидром? Много дромов. Много дромов. Давай. Много дронов. Давай как бы М. Отвечай, друсь. Много дромов. Дром-дром-дром. Дром-дром-дром-дром-дром-дром. Полиндром. Поле – это много. Дром. Как бы поверхность, что ли, какая-то, да? Много поверхностей. Большая поверхность, может, какая-то. Ну, не знаю, ну что-то такое. Палиндром. Слово или фраза, одинаково читающиеся слева направо и обратно. Например, «А роза упала на лапу Азорова».